Прототип Геннадия Головкина появился в Петропавловске. Робота-боксера создал учащийся Назарбаев интеллектуальной школы Алимхан Булат. Бойцовские качества 3G оценила моя коллега Алена Подласова. Кружок робототехники Алихан начал посещать 2 месяца назад. Говорит, в детстве конструкторы не были в числе его любимых игрушек. В основном увлекался спортом. Больше всего Алихану нравится волейбол. На создание робота, да еще и боксера, 11-классников вдохновил бой Геннадия Головкина против канадского боксера Давида Лемье. 4 дня он собирал этого андроида. Есть главный блок, блок управления. Через него мы управляем этим роботом. Получается, мы на компьютере пишем программу. После этого мы эту программу скачиваем на этот блок. Можно скинуть по Bluetooth или с помощью шнура USB. И просто запускаем на этом блоке программу, и эта программа полностью задействует все моторы. Юноша создал робота 3G из конструктора Лего. Детали обошлись более чем в 100 тысяч тенге. На андроиде установлен датчик, который дает команду рукам, если в радиусе 20 сантиметров появляется какой-либо объект. Кстати, школьник хочет усовершенствовать машину, установить датчики реагирования на свет и звук. Преподаватель отмечает, Алимхан очень старательный и способный ученик и с легкостью выполняет самые сложные задания. Мы с ними занимались и съездили в республиканскую олимпиаду в городе Астана. Там были отборочные моменты в чемпионат мира в Катаре. С первых дней Алимхан показал себя с хорошей стороны. У него все программы хорошо получались. Но в основном у него хорошо получалось именно конструирование. А еще Алимхан хотел создать спарринг-партнера для робота Головкина, но понял, при схватке детали могут сломаться, поэтому от идеи пока отказался. Сейчас изобретатель в поиске альтернативных проектов. Алена Подласова, Арман Джамангузов, новости МТРК.